приехала наконец-то первая машина. Настал тот день, когда заливаю фундамент. Что-то как-то 5 кубов залили. Такое ощущение, как будто мало бетона. В общем, надо залить 15. Получилось, вот полстены залили. Здесь уже по уровню выровнял. Ну, большую часть стены здесь залил. Ну и центральную провел чуть-чуть. На вид как будто мало. Но сейчас придет вторая машина, будет более-менее видно. Фу. Нелегкое дело, конечно, заливать, но да ладно. Поначалу снял, взял вот эти перемычки, и опалубка начала немножко разъезжаться. Вот видно, немножко тут разъехалось. Дальше делать такой ошибки я не буду. Итак, приехали все машины, все выгрузили. Серёж! Ни хрена мы! А что, ты искал, откуда заряжается, что ли? Не-не-не, я смотрел, как водники сюда заряжают. Все мы выгрузили, все разровняли, и у нас получилось. Вот такая херня у нас получилась. Нам нифига не хватило. Причем мне хватило очень много. И здесь кусочек. Короче, просчитались по полной. Сейчас ждем машину. Должны довести еще 1,5 куба, которых должно, надеюсь, хватить на доливку вот этого части средней. И здесь подровнять. Короче, фигня полная получается. Просчитал 3 раза. По расчетам должно получиться 14,5 кубов. А по факту получается, сейчас зальем 16,5 кубов. Вот самый главный помощник бежит. Да? Вот такая вот просчет получился у нас. Очень неприятный. Еще плюс к тому, что-то где-то громыхает. Где-то идет туча. Небо у нас ничего не видно. Везде дым. Из-за пожаров в соседних регионах. Да? Везде дым из-за пожаров в соседних регионах. Небо практически не видно. И где тучи идут, где громыхает, непонятно. Грозит ли нам дождик или нет. Надеюсь, сейчас машина подойдет, мы все это быстро доделаем, фундамент накроем и все, проштукуем. Тика. Вот так. Ну, в целом, опалубку не расперло, все осталось ровненько, все крепления выдержали, нигде ничего не протекло.
кирпичик целёхонько. Все отлично. Только не хватило цемента. Да, бетона. Вот это беда. Так, ситуация на данный момент. Вчера заливали опалубку. И как видим на сегодняшний день, опалубка так и не закончена. Все испортил нам дождь. Вот видим, вода стоит, что успели накрыть бетон. Вроде нормально, не поумывало. Вчера вечером пошел дождь, не просто пошел, а ливанул, лил он весь вечер и всю ночь, просто не прекращаясь. Сегодня даже не стал пытаться заехать на автомобиль на участок, оставил его на асфальте и пришел пешком. Даже в сапогах с трудом пробрался сюда. Вон, видим, часть опалубки успел я закрыть до ливня. Ну а эту часть просто не успели. Ливанул, сели в машину, думали, переждем его. Но он все лил и лил. В итоге решили уезжать. А то иначе могли сами просто не уехать. Уже когда уезжали, машину просто кидало из стороны в сторону. Кое-как выбрались отсюда. Ну и само собой, которую машину пытались заказать с недостающим бетоном, она просто туда не поехала. В связи с тем, что в их краях уже шел ливень. И они сказали, ну вас нафиг, мы к вам не поедем. Иначе мы к вам не доедем. Вот не доехали. Самое печальное в том, что вот эта арматура осталась не залитая просто. Мне это очень не нравится. Сегодня воскресенье, бетонные заводы не работают. Да, и плюс тому, вся дорога расквашена. Бетономешалка сюда просто не проедет в ближайшие несколько дней. И это при том, если не будет дождей. Хотя дожди обещают. И нехилые, опять же. И получится, что этот бетон уже засохнет. И другой бетон уже просто будет другим слоем. Уже не будет никакой связи с нижним слоем. Связь-то будет, но будет она не такая, какая... Ну, необходимо. Короче, вышла полная лажа. Вот не хватило где-то полтора куба. Просто тупо не хватило. И вот думай. И я где-то сильно просчитался. Хотя опалубку-то, в принципе, сильно не расперло. Чтобы прям полтора куба не хватило. Но расперло ее где-то на сантиметр. Стало 1,40. 41 сантиметр стало на ширину. А вот не хватило довольно-таки много. И вот думаю, или я где-то так сильно просчитался, хотя пересчитывали все 15 раз, даже здесь, где на участке. Или обманули просто доставщики, или бетонный завод обманул. Короче, непонятно. Да уже, какая разница. Бетона не хватило. Надеялся, что вчера уже залью все и буду спать спокойно, но в эту ночь спал совсем я неспокойно, блин. Можно сказать, просто не спал. Вот такая вот херня, друзья. Наконец-то закончилась моя эпопея с фундаментом. Все залито. Вчера приезжала машина с недостающим цементом, то есть бетоном. И все, опалубку я залил до конца. Вот виднеются переходы между старым и новым бетоном.
делать сильно гладко у меня не получилось. Виднеется такая ступенька. Между заливкой старого и нового бетона прошло около 3 дней. Раньше залить просто не получилось. В связи с тем, что шли дожди очень сильные. Здесь в поле все размыло, все размокло. И машина просто-напросто бы сюда не проехала. Вот я несколько дней до этого сюда ездил. У меня вся машина до сих пор грязная. Кое-как проладил на легком автомобиле. Бетономешалка однозначно бы застряла. Вот. Вчера залили. Укрывал пленкой все. Свежезалитый бетон. Появились какие-то трещины. Вот видно трещины. Ну и здесь по всему. Но здесь слой очень тонкий, где-то сантиметров 10 максимум, наверное. В этом месте нового бетона. А снизу лежит старый. Вот здесь бетон уже был потолще. Где-то сантиметров 30, наверное. Если не 40 все. Хотя и здесь тоже вот трещины идут. Местами. Из-за чего появляется трещина, не знаю. Вот опять же трещина идет. Хотя на старом бетоне таких трещин я не наблюдаю. Хотя есть тоже вот. Их просто плохо видно. Насколько это критично, не знаю. Покажет время. Ну а так, сейчас буду все поливать водой и дальше накрывать опять же пленкой. Надеюсь, что старый и новый бетон между собой хотя бы нормально схватится. И будет нормальная жесткость. Скрытие покажет, посмотрим, когда с нее сниму опалубку. По крайней мере, по краю будет видно уже. Надеюсь, что будет видно, схватился бетон или нет. Ну а пока будем только догадываться, опыта нету. Вот взял у соседей ведерочки, хожу, таскаю воду потихоньку. Стараюсь хорошенько промочить бетон. Проливаю по несколько раз. Проливаю, хожу, отдыхаю, пока вся вода впитывается. Потом проливаю еще раз. И дальше буду накрывать опять все пленкой. Забыл рассказать, что первый раз, первый заход бетона не хватило. А как всегда, во второй заход бетона оказалось сильно много. Вот, сколотил специально по-быстрому ящик, куда можно было бы слить остатки бетона с бетономешалки. Но даже этого ящика не хватило. Вот пришлось слить сюда рядышком, внутрь опалубки. Все равно все это дальше закопается. А может, в будущем бетон этот разобью, да куда-нибудь пущу на дорожке или куда-нибудь еще. Но факт в том, что остался полный ящик вот этот бетона, где-то около полукуба. Девать мне было его некуда, так как вся опалубка была уже залита полностью. Поэтому пошел по соседям спрашивать, кому нужен бетон. Вот ближайшие соседи сказали, без проблем, мы бетон этот заберем. Ну вот, все они забрали. Тут осталась подложка. Подкладывал рубероид, как бетон не утекал из чьей щели. Вот они полностью это все забрали. Как бы мне он был не нужен, а соседям пригодился. Пустили они его на благое дело. А иначе бы я его просто раскидал. Вот так. Сейчас еще по кругу пролью весь фундамент и накрою пленкой.